Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами инвестиционным проектом. Называется TP-USDT. Значит, это инвестиционный проект. И, пожалуйста, не забываем о том, что любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Я рискую своими деньгами. Ну, а вы же думайте сами. И регистрация. Сюда прописываем логин, юзернейм. Я прописываю всегда в таких проектах набор цифр, как бы под номер телефона, так как я часто принимаю участие в таких проектах аналогичных, и чтобы мне не путаться, как бы логин. И мы в два раза пароль кликаем «Зарегистрироваться». После чего попадаем в кабинет. Здесь инвестиции как в TRX, в тронах, и в USDT. Но я рекомендую как бы в TRX, в тронах. Как долго работает проект, друзья, честное слово, не знаю, почему я зашла в него, так как у меня есть точь-в-точь аналогичный проект. Я в нем участвую с прошлого года, он до сих пор работает, платит. Я вам сегодня его покажу. Вот, не открыла я его. Ну ладно, начнем вот с этого нового проекта, да? Ну, для меня он новый. Значит, что он нам дает? В USDT ежедневный доход 2,56% и в тронах 2,53% ежедневная прибыль. Значит, после того, как вы зайдете, вас перебросит на страничку, кликайте «Мой» и кликайте на вкладочку «Вывод», «Winsdraw». Да, вот этот. И у вас появится окошечко, нужно подтвердить адрес электронной почты. Тут как бы четырехзначное число. Кликните «Send» отправить, вам придет письмо. Вы копируете, вставляете ниже и кликаете «Отправить». Сейчас я вам покажу. Почта сейчас откроется. Мы, как всегда, грузим. Вот такое вот письмо. Вот мой набор цифр, как бы, да, типа это мой логин. И вот это вот число я скопировала, вставила в окошко, нажала «Submit» и все, как бы я отправила. И как бы теперь можно уже как бы без проблем гулять. Так, давайте по вкладочкам пройдемся. Значит, как я уже сказала, USDT, троны, значит, переходим вот сюда, крайнюю «Мой». Сразу сделаю я депозит. И тут начисляются поинты, но они ни о чем нам. Вот депозит, вкладочка. Минимальный депозит в тронах 5 криптомонет трон. Значит, обратите внимание, я накликнула депозит. У меня здесь USDT TRC20. Значит, в USDT минимальный депозит 1 USDT. Так, вот здесь Select я кликаю. Так как я буду инвестировать в тронах. У меня здесь вот TRX, ниже USDT. Я кликаю на TRX. Появилась TRX. Значит, минимальный депозит 5 криптомонет трон. Я копирую вот этот вот адрес. Скопировала. Перехожу. TronLink. Можно с любого кошелька. Я как бы из Pyra пополняла. И, ну, только имейте в виду, что то, что в Pyra комиссия высокая. Так, троны. Сын, вставляю адрес. Проверяем.
Next. 5 криптомонет Рон минимум. Я зайду на 50 монет. Так, сент. Все, я отправила свои монеты. Вот, 50 монет я отправила. Так, здесь депозит история. Но монеты еще не пришли, как бы. Потому и сделала, что пока рассказываю вам здесь, монеты должны прийти, значит. Здесь, значит, вкладочка депозит. Значит, ну раз я депозит вам показала, давайте я вам покажу вывод. Опять же таки, USDT кликнула. Минимальный вывод в USDT 10 вот этих USDT долларов, да. Опять же таки, кликаю вот этот Select. Так как я депонировала в тронах, я буду работать с криптомонетой Tron. Кликаю Tron, и мы видим, здесь будет баланс отображаться. Значит, сюда буду сумму прописывать, сюда адрес кошелька и выводить. Минимальный вывод здесь 0.10 криптомонет Tron. Минималка не завышена. Это тоже будет отдельное видео по этому выводу. Значит, далее. Вот мои монетки пришли. Обратите внимание, вот 50 криптомонет Tron. Значит, теперь их надо поставить в работу. Значит, иду вот на эту опять вкладочку Home. И что я делаю? Так, USDT нам не надо. Мне надо TRX. Вот здесь Join, присоединиться. Кликаю. И вот здесь как бы нужно ставить стейкинг. Максимум. Вот мой баланс 50 монет. Я кликаю все монеты. Кликаю стейк. Все, мои монетки встали в работу. Вот 2.53. Так. Возвращаюсь. И далее, вот здесь, смотрите, вот этот join присоединится. А вот здесь галочка стоит. Я кликаю на нее. Нет, не на нее. Вот сюда, друзья. Вот у меня в обработке 1.26. Я их что делаю? Я их собираю вот сюда. Get. Кликаю. Все, я собрала свои монеты. Так, вот они. 1.26 монет. Вот они у меня на вывод. Также можно делать реинвест. Сейчас же я вам покажу все точно так же, как и депозит. Опять кликаю сюда. Можно, как бы, вот он, ваш баланс, который на вывод. Вы можете их вывести, а можно их реинвестировать. Вы кликаете вот сюда, опять же таки, на макс, и выбираете, сколько там вам реинвестировать, да? Вот они. И сюда кликнуть. То, что я делаю там в другом проекте. Я вам тоже сейчас покажу. Я не буду сейчас пока реинвестировать. Ну, вообще я буду реинвестировать, а так пока нет еще. Значит, давайте пройдемся. 1.26. Кликаю вывод. USDT, видимо, у меня по нулям. Кликаю Select. Так как я делала депозит в тронах, 3x, и вот они мои монетки на вывод. Значит, я кликаю это все. Сюда я прописываю адрес кошелька. Видимо, у меня я только депонировала, как бы. Копирую адрес. Вот это я нужно стереть, удалить. Сюда вставляю адрес. Минимум на вывод 0.10 TRX. Значит, submit. Все. Баланс мой, как видим, обнулился.
Я иду к трон. Монетки еще не поступили. Возвращаемся. Нет. Сейчас просмотрим. Еще не поступили. Значит, и что мы делаем? Давайте посмотрим. Вот тут дают поинты. 55 поинтов. И за депозит 5. Я вообще не знаю. У меня вот тоже вот в моем проекте не знаю. Значит, здесь будет отображаться команда. Далее фунт стали. Значит, депозит, как бы, я пополнилась, стейкинг поставила и вывод. Здесь как бы все детали. Далее, это я не знаю, что. А, ну это можно почитать, как бы, то, что у них официальная компания, майнер и все такое. Ну, это помощь. Так, VIP level. И вот здесь сообщение. Значит, и что у меня здесь за сообщение? Первое сообщение о том, что я... Они меня поздравили, то, что я зарегистрировалась. Так. Следующее. То, что я сделала депозит. Следующее. То, что я сделала вывод. Вот он. Сейчас посмотрим. Пришли монетки. Что монет нету. Так, далее что у нас здесь? Здесь у нас вкладочка, как я уже сказала, собирать будем. Здесь идет, видим, да? Процент 0,29%. Когда будет 100%, здесь появится вот сумма. Здесь находится код приглашения и реферальная ссылочка. Копируем. Ссылочка скопировалась. Здесь будет отображаться как бы команда. Опять мой. Ну и выход. Как бы тут пока что нет ничего такого. Так, здесь можно выбрать язык, какой вам надо. Есть русский язык. Я не выбираю русский язык, я работаю на оригинале. Далее что? Здесь помощь есть. Это костюмер-центр и тоже поддержка. Есть же канал у них. Можно как бы зайти туда. Как его тут закрыть? Вот. А, вот крестик. Так, далее что? Сейчас будем проверять баланс. Пока нету ничего. Давайте я покажу свой предыдущий. Вот аналогичный проект, я вам говорила, у меня есть. Потому я и зашла. Вот TS USDT. Я работаю, друзья, в нем с прошлого года. Он в конце 23-го года он запустился. А этот вот я не знаю, как вот он работает, как долго. Потому я вот сошла. А и в этом я уже тут как бы давненько работаю. Вот. Этот называется TS-USDT. Значит, тоже все. Вот все точно. Это у меня сумма. Это уже на реинвесте здесь как бы наработала. Иду сюда. Вот 6.44 мне нужно собирать, да? Собираю и все до завтра. Также здесь реферальная ссылка. Кликаю, ссылочка скопировалась. Все точно так же. И вот у меня уже здесь 32 монеты. Я могу их реинвестировать, а могу как бы их вывести. Хочу дождаться вот этого вывода с того проекта.
Я поставлю на паузу, подожду вывод и после уже продолжу. Пока пауза. Значит, выплата, друзья, прошла успешно, но Миша из головы совсем вылетела. У меня на кошельке, я не знаю, как у вас, меньше 5 монет не отображается. Видео можно поставить на паузу и посмотреть, когда я делала депозит, сколько у меня на балансе было. И после депозита посмотреть, что у меня баланс увеличился на 1 монету. Ну вот как-то так. Значит, ну и здесь давайте я тоже выведу тогда. Видим, здесь тоже я ставлю трон. Как я сказала, это давнишний проект. Здесь, конечно, уже как бы отобразится. Потому что здесь у меня уже монет. Ого-го. Копирую адрес. Вставляю. Это я удалю. 32 монеты. 5 монет здесь минималка. А там, в котором я вот только что зарегистрировалась, там 0.10 криптомонет. Ну, а этот... Вот они мои. 32 монеты. Ну, вот как-то так. Смотрите сами. Как я сказала, здесь... Ну, вот у меня не отображается. Меньше, чем 5 монет, как бы у меня на баланс не выходит. Вот здесь нужно не забывать ставить TRX, так как высвечивается USDT. И завтра я опять-таки зайду. И вот процент увеличивается. И здесь будет у меня опять как бы монетки. Вывод я вам показала, то, что проект платит, здесь вот он отображается 1.26 ежедневно. Даже если давайте зайдем калькулятор процентов, минимальный депозит 5, ой, сколько там, 2.53, 2.53, по-моему, от числа 5. Ну да, как раз это хватит на вывод 5 монет. Минимальный депозит. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Так что думайте сами, решайте сами. Я лишь вам показываю, где я работаю, где я зарабатываю. У каждого своя голова. Вот, как говорится, дело хозяйское. Всем удачи, всем пока.